Привет! Сегодня у нас будет простой урок по рисованию для самых маленьких и для тех, кто только еще начинает рисовать. Что нам для этого понадобится? Вот блокнот я взяла. Или можете взять альбом, ну, в общем, чистый лист бумаги. Карандаш вот такой вот я взяла простой. У меня этот карандаш 2B. Также стерка вам понадобится, линейка, если вы еще плохо линии делаете, и цветные карандаши. Ну что, начнем. А перед тем, как начать рисовать, вы подпишитесь. Да, и вам я еще не сказала, что мы сегодня будем рисовать. Сегодня мы с вами будем рисовать кровать. Первое, что мы рисуем, это вот такую вот линию. Это у нас будет линия кровати. Далее, вот сюда рисуем здесь такую же линию. И проводим еще одну вот тут линию. Отсюда мы рисуем такую линию. Теперь проводим вот здесь линию. И вверх проводим. Тут то же самое. Теперь мы проводим вот тут вот такие линии. Одну сюда ведем, отсюда проводим. Так вот у нас получилось. Эту доводим линию до сюда. Соединяем с этой. Вот у нас уже начинает похоже что-то быть на кровать. Далее нарисуем вокруг кровати вот такие вот линии. Здесь такую же. И соединяем их. Теперь вот отсюда вот мы еще проводим тут линию такую же и здесь. Также здесь такую же линию проводим. И соединяем. Теперь проводим вот здесь вот снизу линию. И стираем вот эти все ненужные линии вот здесь посередине. Вот эту стираем.
стираем вот, в общем, вот эти вот нижние линии. Вот здесь вот стираем, вот тут. Вот это вот все стираем. Далее стираем вот эту вот линию. И вот эту вот стираем. Здесь вот. В общем, вот у нас уже начинает становиться похоже на кровать. Лучше делать не жирные линии, чтобы у вас потом не оставалось ничего. Я делала жирные только для того, чтобы вам было лучше видно. А так лучше делать не очень жирные. Я еще стерла вот здесь вот две линии ненужные. И вот тут вот, которые линии были, я их все стерла. Вот такая у нас уже кровать получилась. Ну и что же нам осталось нарисовать в кровати? Что нам не хватает? Конечно же, это... Здесь еще линию нарисую. Одеяло и подушки. Так что давайте сейчас будем рисовать с вами подушку с одеялом. Здесь вот, вот такая простыня выглядывает. Так, здесь у нас с вами будет лежать вот такая вот подушка. И тут будет одеяло такое. Одеяльце лежит. Простыня тут выглядывает. Такое у нас одеяло будет. Свисай. Теперь стираю все ненужные линии. Я вот стерла ненужные линии. Теперь нам осталось добавить детали и разукрасить наш рисунок, сделать сети. Здесь такой треугольничек рисуем. Это куда мы будем вставлять одеяло. Что подевать под одеяльник, например, такая, как будто подушка мятая у нас. Теперь будем разукрашивать нашу кровать. А вы сначала подписывайтесь. Продолжаем красить кровать только оттенком уже другого зеленого цвета. Вы можете разукрашивать кровать таким цветом, которым вы сами захотите. Я захотела вот такого цвета, поэтому я таким разукрашиваю. Теперь разукрашиваем подушку.